Не только в интеллектуальных, но и в спортивных битвах российские студенты стали первыми в мире. В Казани завершилась Всемирная студенческая универсиада. Всего в копилке сборной 292 медали, 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых. Этот показатель в два раза превзошел рекорд сборной Китая на прошлых студенческих играх. 11 дней праздника принесла универсиада жителям и гостям Казани. Эмоции и мнения зафиксировала съемочная группа Казанского федерального университета. Я буду скучать по Казани. Я влюбился в этот город и в деревню Универсиады, и, конечно же, в жителей. Не знаю, просто в такой степени уже влились в эту среду, в это ежедневное, так скажем, настроение, которое она придает, и просто уже сейчас не представляешь, как будет после. Естественно, начнется рутина опять. Не будет этих насыщенных дней и ночей, проведенных на работе с утра до ночи. Не будет ярких эмоций, впечатлений. Но останутся воспоминания, конечно же. И жажда еще и еще участвовать в таких событиях.